Так, работа выполнена. Значит, здесь у нас отверстие диаметром 160. И 100 на 100 спокойно помещается отверстие. Опуск под гофру диаметром 40 мм тоже опускается в основание. Второе абсолютно такое же. Глубина вот этого отверстия 150 миллиметров, то есть коробочка легко поместится. Здесь у нас под фонари также глубина 23, где-то 22 сантиметра. Выход от верхней части, вот он находится, это под гофру. Второй то же самое, 23 сантиметра, выход под гофру от верхней части, видно свет. Два отверстия под форсунку высверлены. И самое главное, вырезан проем. Проем по размерам, глубина штробы сделали, ну, чуть больше, чтобы легко поместилась 50-я труба, шириной тоже около 100 миллиметров. Здесь глубина приямка 22 сантиметра, штроба вниз, так как труба подходит самый низ, тоже 22 сантиметра и той же самой ширины. Диаметр вот этого приемка 320 миллиметров. Диаметр прожекторов также 320 миллиметров. Работы выполнены.